Вес полтонны, диаметр 1,5 метра. Теперь в парке «Дружба» появился настоящий футбольный мяч. Он расположен слева от центральной аллеи и будет с радостью встречать гостей фестиваля цветов. Он уже пятый в городе. Такие же спортивные символы есть на улице Победы, возле стадиона «Чайка», на площади Металлургов и пересечении Тухачевского и Гагарина. И это не просто одинокий мяч, а целые топиарные скульптуры. В ближайшую субботу в Самаре пройдет традиционный фестиваль цветов. И сотрудники спецремстройзеленхоза трудятся над созданием цветочных шедевров, не покладая рук. Это по периметру идут, потом выше. Это нижний, первый ряд идет, он на низкий, а потом идет выше, 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 чтобы был ровный рисунок. Композиция. Это просто по периметру без цветов сажается, там, чтобы не было волн, чтобы рисунок был ровный. Такое преображение парка привлекает внимание жителей. Красота неописуемая, говорят самарцы. Это радует глаз. Это сюда приезжает как бы в парк нам не только. Вот мы ходим гулять, которые рядом здесь живем, но и из других как бы тоже районов приходят, смотрят. Тоже всем нравится. Тагетисы, петунии, катарантусы, сальвии и колиусы. Больше 10 тысяч цветов зацветут в парке «Дружба» уже к 30 июля. Цветущая красота продержится до первых заморозков. Используем просто ландшафтные композиции и используем, раз у нас название «Цветы Самары», мы, значит, сделали возвышенные, будут у нас возвышенные цветы из бегонии. Футбольные мячи, которые украшают город, в отличие от цветов, многолетние. На время зимы их будут убирать на склад, а весной снова выставлять на отведенные места. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.